Декабрь – время предновогодних чудес, время загадывать заветные желания. Почта России вновь запустила для всех желающих акцию «Письмо Деду Морозу». По итогам 2022 года в Краснодарском крае было отправлено более 20 тысяч писем Деду Морозу. В этом году мы ожидаем больший объем. А в Сочи, именно по Сочи? Если брать статистику по Сочи, то она превышает 6 тысяч писем. Акция действует в течение всего декабря. Каждый день сотрудники почты сортируют новогодние письма и отправляют их в резиденцию волшебника. Примерный план написания письма Деду Морозу такой. Сначала нужно поздороваться с Дедом Морозом, потом спросить, как у него дела и как самочувствие, обязательно рассказать, что ты была хорошим человеком в этом году и, естественно, попросить подарок. Максим решил написать письмо прямо в отделении почтовой связи на улице Воровского 1/2, куда пришел с мамой по делам. Для этого в центральном зале установлен почтовый ящик. Причем отправить послание главному волшебнику можно в любом отделении Сочи. Чтобы мечта действительно сбылась, нужно, чтобы письмо дошло до адресата. А для этого на конверте должен быть указан его правильный адрес. Сотрудники почтового отделения подскажут адрес, помогут написать его на конверте, наклеить марку. А чтобы получить ответ, отправителю необходимо указать на конверте свой полный обратный адрес с индексом. Добавлю, срок доставки новогодней почты из Сочи в Великий Устюг составляет 7 дней. Таким образом, ответа Деда Мороза придется ждать примерно 2 недели.